плов маркази. Ну, уж маркази. Захотел сегодня плова поесть. Федя, поверни сюда, посмотри. Привет. О, уже начинает. Как актер играть на камеру. Едем мы в Дамазе. Проезд стоит 1000 сум. В рублях это что-то там 8 рублей, что ли, получается. 8 или 7. Ну, где-то так. Делите 1000 на 128, 129. И такой курс сейчас. Видите, снова, да, впереди? И снова мы идем кушать вкусный плов. Да, плов вкусный. Вот он. Ош Маркази. Идем внутрь. Сели мы на первом этаже. Здесь готовят только плов, да, Федь? Да. Ни самсы, ни больше ничего. Ош Маркази здесь. Прям вообще ничего лишнего не готовят. Плов и все. Это с пловом. Салат, все разное. Ну, конечно. Не гарнир, а салаты к плову. Чаек. А лимончик положили? Лимончик. Не, да, ну здесь стандартный набор, здесь не без всяких этих. Сначала пьют чай, потом начинают кушать. Ведь это вместо бумажных салфеток дают, это отрезки из какого-то текстильного производства, они продаются в упаковках, ну чистое все просто, отрезки. И вот вам на стол подают, я уже неоднократно это замечал. Почти в каждом заведении вот такие вот. Салфеточки. Здесь сколько? Полторы порции, да? Здесь две порции или полторы? Две порции. Ну, на четверых нормально будет. Welcome кушать. Шлак, называется он Шурджи. Приехали посмотреть ишаков. Это вот мы сейчас находимся на территории, ну, местного жителя, вот это все его территория. Здесь он выращивает скотину, занимается земледелием. Сады. Между прочим, сейчас видел вон, если, ну вы ее не увидите в конце. Лиса дикая была, ушастая. Здесь, видите, здесь намного сырее, потому что здесь сильные дожди и чаще идут, чем в том же городе. Вон на лошади какая-то птица бегает по ней. Здесь грязь здесь, конечно. Тут был калош одевать. Спускаемся к реке горной. Говорят, что через месяц, да, ее пить можно будет. Сейчас она до такой степени мутная, это потому что с гор все стекает, глина, все. А через месяц она будет кристально чистая, прозрачная, ее можно будет пить. Бля, я весь ушатался. Все, стирка стопроцентная. 100%. Ладно, ради кадров можно испачкаться. Ты чуть не упал. Ой, пахнет чем-то. Что-то цветет. Прям сильный прям такой запах стоит. Это? Угу. И еще что-то пахнет. Это тутовник, да, вот этот? Да. А вон птица какая-то огромная сидит. Это кто такие? Это... Что за птица? Не тетерев? Дикий, да, крупный, на голубь похож. Все, ноги вообще, смотрите. Ушатанные и мокрые. Все, ты тоже сейчас мокрый будешь.
А, здесь люди отдыхают. Вот, видите, общины там ставят. И когда будет сильная жара, люди будут сюда приезжать. Купаться можно здесь. Купаться, кушать, загорать. $10,000 это в аренду сдать, чтобы люди посидели и отдохнули летом здесь. Это с соседних регионов приезжают, потому что там сильная засуха, а здесь прохладненько и хорошо. Вот смотрите, здесь есть источник, из него можно пить. А там вот на дне кто это? Этот, на воде, там чувак тебя. Червяк? Да, червяк. Вода очень вкусная. Чистая. До червяка не дотронусь. Да, травой. Травой отдает вкус. Да, сюда надо было калоши одевать, конечно, было бы хорошо. Мясо ишака кушать нельзя, потому что за него грозит уголовная ответственность. И, ну, это не халяль считается у них, недозволено. Поэтому, а если даже кто-то и попытается его вам впихнуть в ту же самсу, он получит по башке просто. Обычный дом. Размер дома, конечно, внушает. А, ну да, этот дом огромный. Чистый воздух. Залог долгожительства. Это приправа или это просто от сглазу? Да. От сглазу, да? От злых духов? Да. Это его сад. Не, приправа они используют. А это что? Это летние. А вон они, куры. Это летние. Как, а что здесь вообще? О! Опа-на! Вот это, наверное, сыр делают так, да? Чужима это. Ну, что-то молочное. Кислый молоко. Ага. Хата вова, вот для. Ну, куры, как и везде. А почему она одна сидит, курица? Какая-то боевая, что ли? Это вообще боевые куры какие-то. Вот это черешня, да? Ну еще что-то плоды вообще мелкие. То есть им еще месяц, наверное. Нормально я придумал, да? Между прочим, она привязана на веревке. Для чего-то. Первый раз вижу такое. Какие-то боевые куры. Разгадали загадку, почему курица привязана, а другая в клетке, чтобы она не щипала траву. Ну, то есть растительность, чтобы они не клевали. Вот это вот. Это картошка. Это картошка же, да? Да, картошка. Картошка, чеснок, редиска, чеснок, а это помидор и баклажан. Скоро все зацветет и запахнет. Вот это вот растение, когда высыхает, его толкут. Как оно называется? Усма. Усма. Делают тушь или что-то для бровей, да? Да. Ну, тушь, скорее всего. Это для непослушных. Для этих, как вы, посторонних, кто на территорию залезет. Сарай у них называется. И крыша покрыта хворостом какой-то, глина, да? Да. То есть, так, надолго. Сейчас по просьбе ребят приведут для нас ишака, покажут. Хочу все поблизости его поснимать. Вот этой постройке, оказывается, 60 лет ее там
Даже не ремонтировали или так? Нет, нет. Даже не ремонтировали. 60 лет. Вот вам и глина. Очень прохладно, в отличие от того же города. Или мы находимся... Мы выше же, да, находимся? Да, да. Мы выше, и здесь климат совсем другой. Заметно отличается от городского. Вон он, виновник торжества впереди. Я все гадаю без гугла. Лошадь с кем скрестили. Получился ишак. Забыл реально. Смотрите. Красавец какой. Он не укусит меня? А его... Это самка, да, я так понимаю? Их не доит, ну что? Баранский мама. А? Ну, баранский мама. Ослик. Я просто, ага. Боится он. Ну, уши, конечно, у него. Как у бульдозера. Так, сейчас фото сделаем. Фото на память. Ну, как же подойти к нему, а? Ну-ка, давай ушки свои. Сейчас нам покажут его ребенка, этого ишака. Ишачок он получается, да, маленький? Хутик. Или ослик? Хутик. Хутик. Ослик. Видите, все местные жители ходят. Это чапан, да, называется? В чапанах. Здесь прохладно. А вот и малыш. О, услышал. Это его, да? Да. Ребенок. Иди, иди к матери. Маленький козел. Ну этих я видел. Иди, иди, вон, 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 мать. Вон, иди к ней. Все, увидел. Не туда, ниже. Вот смотри. Вот все, все. А сколько стоит ишак? Аренда. 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 Не, а вот живой, если я хочу купить. Недорого. Или долларов, да, не могу. Миллион. 150 долларов, да? Ну, 100 долларов тоже. Ну, от 100 до 150 долларов можно купить. Ишака. Все, спасибо. Один раз, 100 долларов. Ну, это вообще разрывается просто. Маленький козел. Да я понял. Козел, ребенок. Угу. Да, он дома подмывает уже. А он, ребята, что-то ловит. Что-то ловит. Муть наимутнейшая. Вот еще один ишачок стоит. Боюсь на него лезть. А, он меня выдержит? А? Он же не поскочит. Собирался. Скажи. Вот так мощно он чувствуется. Вот, да, Денис, этот, это еще, этот. Их, говоришь, он едет, да? Давай, их, пока. Еще один дом приехали.
Но здесь уже идет масштабная стройка, сразу видно, что он не бедный. Колонны, несущие арки. Ну да, размеры впечатляют, конечно. Вот вам и кишлаки. Вот. Абрикос? Абрикос, да. Ну они еще такие зелененькие. О, коза. Посмотрим. Как обычно, боевые куры. Вот он. Тандыр. Супер вообще. Тандыр выглядит как ласточки на гнездо. Крыша, куда уходит дым. Все продумано. Казан. Огромный. Ого, тут собак у тебя. Боевые. Не кусаются они? Еще дети, да, они? Да, я Ташкент привезли. С Ташкента? Да, да. Девочка-мальчик. А зачем так? Девочка-мальчик. Они от одного поэта? Это брат-сестра? Да, да. Не достаешь. Симба. Симба играть хочет. Экскурсия на поиски ишака Джона закончилась. Поэтому сейчас быстро стирку. Я же упал очень сильно задницей. В какой-то ров спускался, когда. Не надо показывать. Не надо показывать. Смотри, что она ест. Я решила доширак. Таня типа худеет, она от плова отказалась. Да, ест теперь вот помидорки и дошик. Ты что, он покажет свою задницу грязную, как ты упал. Дай покажу. Все, ладно, всем пока. До следующей серии. Тщательного просмотра ишака. Мы сейчас вот думаем пойти поесть. Таня, ты поела уже что-то. И все столовые, общепиты закрыты, поэтому сейчас едем в шашлык-станцию, наверное, купим по самсушке. Может быть, там поедим, а может быть, домой приедем. Одного из подписчиков, который спрашивал цены на бензин и на все эти услуги. Сейчас я вам покажу ценник. В суммах делите на 128 суммов и получаете цену в рублях за литр бензина. Бензин здесь 91-й, это как у нас 92-й, до сих пор 80-й. Но 90, вот этот первый заливаешь и никаких проблем нет. Я вот его только заливаю. И с заправками пожелание заправляться желательно в больших заправках. Не в каких-то там маленьких, а именно большие, потому что вероятность разбавленного каким-либо ингредиентом бензина будет меньше. Просто в обычных городских больших заправляйтесь. Чем больше заправка, я думаю, тем меньше проблем будет потом с двигателем. К станции не получил взять самсу, потому что там сказали полчаса еще ждать. Вот Федя нас ведет в Китоп, там, говорит, выбор самсы тоже есть. Привез в Китабе в какое-то место, где все местные якобы едут сюда покушать самсу. Ну, ее здесь просто огромный выбор. Вот есть розочки даже. Это большой самсу. Ты можешь? В смысле большая? Есть. Крупная размерность? Да, крупная. Это за Казахстан. А как что, по половинке есть? Нет? Это боржоми. Нет, это перчик с уксусом. Вот здесь. Ну и стандартный набор масла растительного дают. И вот соус. Выглядит наша самса.
Ну, много мяса. Вкусненько. Зачет. Думаю, на этом можно завершить наш сегодняшний день. Самсу поели. Ну, ценник здесь. Это самая дорогая самса, которую мы ели. 6 тысяч стоит. Сум. В рублях это около 50, что ли, 50 с чем-то рублей. Все, всем пока, до скорых встреч.